нас сегодня 24 апреля 2018 года. Это вот у нас брат Игорь везет дробаш. Вот брат Василий тоже едет сюда, в Потеряевку. Ну и я тоже с ними вместе. Вот мы подъезжаем ко второму мостику. Проезжали через Бортино, что там не проехать со стороны асфальта. В 73-м плохо еще пока. Везем кошек, голубей. Вот у меня в коробке голуби тут два. О, еще даже лед стоит. Даже еще лед стоит, оказывается. То есть еще уровень может подняться, да, как я понимаю? Нет. Нет уже? Чё-то. Утки, но. Вот. Так вот. Не надо уровень. Зачем уровень? Дамба сохранилась. Сохранилась. А если бы воды было бы меньше, оно бы лучше сохранилось. Уровень начали поднимать, это не надо было делать. Она размывается, волнами потихоньку бьет, бьет. Кто-то поджег вон, все белое. Я потом отдельно заснимаю. Ну ты увидишь, где вода шла. Но здесь не промыло, да, эти камни-то? Ну ты видишь, мы ездим. Вода. О, вот здесь вот было. Кстати, вот такой был поток. Камнями вот что-то. Глубина чувствуется. И вот, вот здесь вот вода шла, видите? Ага, вижу. Ну. Мы по вашим палкам идем. А они для чего? Трамп делал, когда на нее будет приезжать. Последний раз приезжать. А мне интересно, в том году, когда я тоже так же приехали, ну и надо было перебраться через первый мостик, мне туда надо было. Да, между первым и вторым мостиком пойти. А тут же такой был, что когда Романа-то снесло, он молчал, когда в воду пошел. Я вот этот снег, который лежит, это влагу сейчас, которую проезжал с правой стороны, там еще больше снега было. А я взял тачку и две доски, чтобы потом можно было трап сделать. И положил эти две доски поверх вот этого снега. И вот так тачку протащил по ним. Передвигал, еще третью взял, и так постепенно передвигал, прикрыл и прошел, чтобы потом не идти далеко. И снова пришел. Это такая быстрая пришла. Скажите, нет. Это название скорейщик. Что он похож на домик у скворцов. Он тоже что-то делал. Тоже на лагерном пруду еще тут стоит. Интересно, как карпы выжили, не выжили в этом году? Ну, не видел ни одного. Не видели, да? А то в том году, я помню, на льду лежали, их очень много лежало, этих
коршуны налетали, я даже леску взял, крючки взял, зашел вчера в охотничий магазин там. Ну я так, может, ребятишки. А вон дрова напилены у вас, вижу. Ага. Работали чай. Не сидели. Да, это точно. Здесь вот топ. Вот тут грязь. Это то, что свежее, да, насыпано? Да. Земля есть земля, конечно. Пустые бутылки, может быть, батюшки сразу выбрались? Ну да, можно. О, какие чурочки лежат. Да, я тут. Эти деревья одно оставил, остальное я тоже спилил. О, какой пруд очистился. Про меня вспомнил. Ну что, к батюшке заедем, благословитесь на него. Да, обязательно. О, Степан. Мир тебе, Степа. Христос воскрес. Приехали. Соскучились. Тут закрыто, что ли? Все, навсегда, жить. Дверь закрыта. Игорь. Что-то он там открыть где-то не может. Вон тут в обратную сторону. Нет, тут поверни. Да-да-да, к стене. Надо закрыть. Вот, слава богу, приехали в Потеряевку. Кошки не убегут? Ты туда поставь, ты что? Конечно, если не убегут. Потом лови их тут по деревне. Христос воскрес, батюшка. Христос воскрес. Прилетели скворцы. Скворцы. Зачем тебя, батюшка, туда я хочу выкинуть? Вам. Алексея загуляю. Мир вам! Мир вам! Христос воскресе! Боюсь, он воскресе. Да. Не надо, он одну связку дал вам, другую мне. Ну и забирай. Вам себе, не надо. Тебе. Нет, ну это я ему-то налью тогда. Бери одну себе. Я больше это надо выкинуть. Бери, не сейчас уже. Ты проводишь, бери где? Да, бери. Так, что еще привез? Ничего больше? Мама, ничего. А что это? Зачем? Все, их они могут. А это вот все мое имущество, батюшка. Отпускайте нас. Отпускайте. Отпускайте. Так, все, завтра посерьем, нет? Завтра? Ну да. Вот, слава богу. Еще денечек, а потом еще останется. Это может точно, потом надо перевозить. Так, все, поехали, Володя. Ага, иду.